Так, сегодня мы встретили двух очаровательных девушек, девочек. Представьтесь, пожалуйста. Я Лиана. Лиана. И? Оксана. Оксана. Мы с ними разговорились, они сказали, что наполовину эстонки. Это правда? Да. Значит, кто? Мама, папа? Папа. Папа. Бабушка эстонка, жила в Эстонии всю жизнь. Дедушка украл, привез сюда. Дедушка украл? Украл. А дедушка откуда, как зовут? Воевал. Военный, Муритка. Ну, не то чтобы украл, просто увез. Ну, привез сюда, да. Ну, дедушка кто по национальности? Кабардинец. А, кабардинец. А у вас как дела обстоят? Мы сестры. Мы сестры. А, вы родные сестры. Какие красавицы, слушай. Так, а вы, значит, пришли сюда, чтобы на праздник, да? Да. Чтобы, как сказать, поучаствовать, помочь, поддержать. Вы сами, вы ученицы или школьницы, или студентки, кто вы? Студенты. Где вы учитесь? Архитектурном. Я в медицинском. Здесь у нас мальчики. А вы где в архитектурном? В Грузии. В Грузии? В Тбилиси, да? Большое вам спасибо, удачи вам, счастья, здоровья,